Так, вы присаживаетесь в кресло. Ты держишь. Вот, чтобы ракурс был вот так, можешь периодически подходить. И в целом вопрос за то, что заберем. Может быть, удобный матрас. Я только снимаю, да? Потому что я еще тот выбер. А там внизу могут что-то писать, пишут? Могут задавать вопросы. Ай, подождите. Могут подключаться. Подождите, а я что должна тогда? Нет, нет, это все пока работает? Все Маша, да. Пока все просто Маша, да. А там могут что-то спрашивать, да. Появится снизу. Вопросы. Просто надо прочитать, чтобы Саида ответил. Поехали. Что мы сейчас делаем? Любую профгигиену, я могу комментировать так в двух словах, он же сохранится, да, прямой эфир. Любую профгигиену мы начинаем в первую очередь с индикации зубного налета. Это краситель на основе трав, это чистая органика. Мы сейчас посмотрим, насколько свежий налет, либо старый, да, накаженный. Свежий налет, он окрасится в розовый цвет, свежая пищевая пленка. А старый он окрасится в темно-синий и в голубой. Так. Сейчас посмотрим. Немного пошли. Отлично. Щетка каждое утро и вечер в обязательном порядке. Здесь видите все контакты, обязательно нужно прорабатывать. В целом вся поверхность достаточно чистенькая, это свежий налет видно сразу. Вот эти все придесневые участки, это уже не свежий налет, ему уже больше чем сутки, поэтому утром вечером монопучковой щеткой обязательно дорабатываем. Хорошо, после основной открываем пошире. И также все придесневые участки именно с внутренней стороны
Также вольтенная поверхность. Угу. Да, именно вот в ледесневом участке. Не пользуетесь монопучковой? Периодически? Так. Угу. Так, с чего начинается наша гигиена? Сначала мы удалим твердый зубной налет. С помощью специальных вот раззвуковых насадок, они у нас все тонкие, но не дают чувствительность. Так. Открываем по шине и расслабляем. Thank you.
Thank you.
широко, немножко надавлю. Во-первых, она уже усадку дала, во-вторых, мне нравится затемнение под пломбой. То есть, и плюс еще у нее нависающий край. То есть это риск того, что кариес там, во-первых, мне кажется, уже есть под пломбой. Надо снизу сделать много хороших контактов. 24, 25. Восьмерочка вот эта мне не нравится. Тоже бы я ее удалила, потому что, во-первых, контакт с седьмым зубом страдает, там не дочищает немножко. Во-вторых, она кариозная и в целом она вам не нужна. Thank you.
Так, снимаю все, не проглатываю. Нет. Сейчас полностью. Так, все. 20 минут. Мы готовы. Да, здесь стаканчик вот такой подержи пока. Сейчас я разливаю сделаю. А что вот там стаканчик? Это антисептическая таблетка на основе хлорокселина и хлоргексидина. Минерализация, мы с этим минералом открываем. Сейчас я буду красиво. Уже красиво. Заглубляем. Расслабляем. Прикрываем. Так, держим салфетку. Это у нас минералы. Так, все. Попали? Кирилл здесь был даже. Кирилл был, говорю. Все в основном смотрели. Во. Так, одну минуту сидим. Сегодня обязательно меняем зубную щетку. В обязательном порядке. Добавляем монопучок. Утром, вечером, после основной чистки, в течение одной минуты все преддесневые участки прорабатываем. Вот, зубные нити. 10? Ирригатор. Нет, да? Так. Еще 10, да? Сплевываем несколько раз, не полоскаем. Входите сюда прям. Все, все. Минут 40 не едим, не пьем. Ну все. Все. Спасибо. Не за что. Спасибо. Отлично. Я не знаю, как тут камеру перевернуть, а как это делается. А, вот. Спасибо, кто был с нами. Но я оставлю это в записи. Я понимаю, что было скучно смотреть. Но зато вы, наверное, видели, как это было все аккуратно, тщательно. Абсолютно безболезненно. Комфортно. Все, пока-пока, эфир буду сохранять. Вопросов не было? Не было, да? Снятие слепков? Нет, не снятие слепков. Мне специально такие вот капы одноразовые залили реминерализирующий гель для укрепления эмали по окончанию гигиены. Ну все, пока-пока. Завершение.